И всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Илья, вы на канале Малой Плей. И сегодня мы продолжаем выживать в игре под названием Myst Survive. Недавно было обновление, там что-то где-то пофиксили. Вот. Но это не самое главное. Самое главное, мы сегодня начнем уже конкретно где-то что-то как-то обустраиваться. Потому что у нас, в принципе, много барахла. А сейчас мы в первую очередь поставим себе генератор. А, так, для этого у нас есть, по-моему, практически все. Так, металлолом нам нужен еще. Сколько нам металлолома надо? Так, 10 металлолома и 20 этой хуйни. В принципе, у нас все хватает. Где-то, по-моему, здесь. Так, раз, два, три. Так, ладненько, это мы все взяли. Давай-ка начнем ставить генератор. Где бы его поставить? Давай-ка мы его, наверное, поставим вот здесь. Наш геник немножечко повернем. Как раз рядом с водицей пускай стоит. Если что, короче, тушить вдруг его надо будет. Опа. Смотри, хоть туда запихай. Не, запихивать не будем. Вот где-то так его... Вот так вот и поставим. Так. У нас 12-й день выживания. В принципе, все у нас идет довольно-таки неплохо. Смотри, топлива нет. Надо залить топливо. Вот, вот, вот это исправили, короче. Раньше было, говорят, что типа генератор только поставил, и уже он был полный. Так, давай-ка, наверное, да... масло. Топливо сольем с одной из машин. В принципе... А, подожди, забрать же надо канистру. Опа. А, потому что ездим мы все равно на одной. Я так что-то подумал, посмотрел. Смысла нет ездить на двух машинах. А, так. Или подожди. А, вот, заливается, да? Сколько залилось? Получается 15 литров. А, смотри. Типа на 5 дней. Нормально, 3 литра в день это то. Ага, окей. Давай, теперь смотрим следующее. У нас здесь, вон в том домике есть светильник. Давай-ка для начала его хотя бы заберем. Он стационарно будет стоять у нас там. Ну, возле машин хотя бы поставим его. Где-то вот оно, да. Вот он, лампочка, все здесь. Лампочка, все здесь. Отлично. То есть, по сути, мы очень много барахла, очень много построек, всевозможных верстаков можем просто припереть с округи, со всей. Там у меня еще бандюки. В прошлой серии я спас вот бабенку. Но сейчас у нас тут ходит, мозга ебет нам. Не знаю, она тупо молчит, короче, ничего не делает. Ну, этот помогает защищаться, это да, это по любасу. Так, ну теперь смотри. Давай мы заведем геник. Да, работает отлично. Все, заглушили, не работает. А, подожди, так это тоже. Просто проверим. Так, и это работает, и это работает. Значит, вот это мы немножечко отсюда переставим. Раз у нас перед входом уже есть, мы ее, наверное, знаешь, где поставим? Мы ее поставим где-нибудь вот здесь. А лучше, наверное, вообще сзади где-нибудь. Геник пускай работает, ничего страшного. Блять, баба, ты меня пугаешь порой. Опаньки, вот сюда, вот так вот, вот к ним. Да, я хотел, блядь, повыше, получилось как всегда. Давай наверх, говорю я. Опа. О! Вот так другое дело, да? Считай, все, перед входом у нас свет есть, а внутри у нас света нет, да, пока что? Все, глуши, пока не нужно нам. Так, здесь все забито. Давай-ка, наверное, начнем строить какой-никакой забор. Потому что заборов у нас тоже нет. А надо еще... Вот нам надо... Для... Блядь, ты че, сука, пугаешь меня, ходишь?
А нам надо сделать что-то для еды. Для еды, наверное, вот гриль или вот эта хероборка. Надо что-то как-то так. А, спички есть, спички у нас есть. Хорошо, давай все-таки начнем забор ставить. Так, забор, забор, забор. Да, бля, у нас же холодильник есть, ёбаный в рот. Мы же можем холодильник сделать, чтобы мясо у нас не портилось. Но по идее, я смотри, я мясо сразу не успел достать с медведя. И оно почему-то типа херовое, да? 73% по идее, но нет же оно, или типа портится. Ладно. Тогда давай делаем холодос. Делаем. Подожди, а где это я сделал? Ну. Погодь. А, вот же, да. Так, вот холодильник. Три. Ну, нам большой нужен. В принципе, у нас для него опять же все есть. Так, холодильник, холодильник. Давай-ка мы его, наверное, что куда? Как он вообще стоит? А, ну да, значит, вот правильно. Правильной стороной его ставил, наверное. Так. Или вот сюда поставим. Да, вот сюда лучше. Потом, короче, переставим. Ну, видишь, что-то есть, чего-то не хватает. Так, попить надо, попить, попить, попить. Сушничка у нас с собой нет, где-то здесь у нас. Нормально. О, подожди, вот так вот, давай вот это еще и захаваем. Нормально будет вообще нам. Так, нам что надо? Нам нужен, что нам тут нужен? Так, металлолом, пластины и вон та херня. Так, схемы вернее, вот они. Металлолом, вот он, так и вот это вот ёбань. Да, это мы причем поставили все-таки жопой сюда, сейчас надо будет развернуть его обязательно. А, еще надо. Ничего себе. Ну, я, короче, начал разбирать машины сейчас статичные, которые просто стоят. То ли, опять же, это в этом обновлении добавили, то ли что. Раньше я не замечал такого, но сейчас без проблем, короче, можно. Чпунька. О, смотри, опен. Отлично, вот тебе и опен. Отлично, отлично. Так, давай-ка мы это все заберем. Так, как вот это оставим, да? Все-таки все, генератор будет работать у нас. Так, 20. Так, 4 дня. Ага. Короче, свет вот этот надо весь повыключать пока что, чтобы он не жрал у нас энергию. А это должен, по идее, работать, да? Опа. 43 градуса это в общем, я же думаю, да? Не в нашем холодосе. Блять, вот я еще не знаю, возможно такая тема здесь будет, что, блять, что ты пугаешь? Что он работает именно на каком-то расстоянии. 10 килограмм, блять, ну. Знаю, давай заберем, пока все туда запихаем. Все, что влезет, как говорится, и проверим. На. Съесть мы это не можем, надо приготовить, надо, блядь, сделать все-таки. Как его? Костерчик поставить, гриль, может быть, что-то в этом роде. Сюда. Ну, блядь, давай передвинем, я, ну, хрен его знает, может, он реально не работает там просто. Потому что от него звуков я никаких не слышу. Не знаю, может просто без звука. Да, это общая температура. Хорошо. Так, давай разметим немножечко
заборчик. Там для забора у нас, в принципе, тоже все абсолютно есть. Да, доски, это все. Так, смотри, это большие. Наверное, для начала поставим с лестницей. Мы же, блядь, туда как-то залазить должны будем. Наверное, как-то вот она бы еще отдалялась, чтобы я мог видеть это все. Ну, я думаю, на таком расстоянии, в принципе, достаточно, да? Так, и что, и начнем сейчас строить. Давай повырубаем вот это барахло все, чтобы оно нам не мешало. Не, красиво, даже в принципе есть, да, вот место, куда он рубит. Там показано немножко. Давай херач. О, так, что у нас по... все нормально, место есть. Сейчас надо будет только гвозди достать. Бревна. Есть у нас. Так, гвозди, это все барахло дома. Давай все, что не надо, скидываем, опять же, да? Чтобы не таскать с собой. Так, это у нас вот это не нужно. Так. Это все нужно. Это забираем. Генератор же отсюда слышно, как работает. Так, опаться. ОПЦ. Сейчас гвоздей надо, главное, много взять. Так, где они? Вот они у нас. Раз. Два. Ну, я думаю, столько, наверное, хватит пока что, да? Сколько у нас здесь гвоздей надо? Пишется, нет? 25. Да, нормально. В принципе, практически все есть, да? Но, блин, много все равно ресурсов затрачивается для того, чтобы построить одну стеночку. Вот, теперь, видишь, теперь мы можем лазить. О, это специально, чтобы мы могли отстреливаться. Так, мы отсюда плюс... Ну, ёп, ну ты чё, гонишь, что ли? Подожди, давай залезем. Да, нормально, смотри, мы тут еще и по крыше сможем бегать. Крайка снизу. Хорошо, в принципе, все нормально. А, так, угловых они еще ничего такого не добавили. Вот, блядь, надо было бы. Смотри, сколько все бревна, все ушло. Очень затратно по ресурсам. Вообще строительство вот этих стен всего. Ну, ничего страшного. Главное, у нас уже есть свет. Есть свет, есть генератор, есть холодильник. Наверное, сейчас еще максимум одну стену поставим и все. Да, деревья падают точно так же, как и в форесте. Ничем, вообще ничем не отличается. Также упали, короче, и на бревна сразу поломались. Все, срубается нормально. Березки, березки. Пни тоже, кстати, вырубаются нормально. С пня тоже получается, по-моему, одно бревно достается. Да, и пень вырубается намного быстрее, чем дерево. Ладно. Пока давай соберем. Все что тут упало. Так. Сейчас надо эту, как она, блядь, типа коптильня или сушилка. Для мяса что-то того надо сделать. Так. Это все есть. Че у нас, бревна? Сможем все забрать? В принципе, да, в принципе, забирается, да? Это барахло все повырубать, чтобы не мешалось. Попади хотя бы. Кстати, медведя убивать не особо сложно, оказывается. Там, блядь, не так много патронов надо в него всадить. Так, хорош. Нам надо, давай, зырим. По поводу еды. Есть сушилка, есть котелок. Котелок, это мы там сможем варить, получается, да? А, так, наверное, костерчик нам нужен нормальный. Вот такой, кампфайр, да? Так, что, 8 камешков. Камешки у нас тоже есть. По-моему, где-то, блядь, не здесь. О, вот здесь. Надо, короче, теперь еще будет горючку постоянно таскать. Вот что.
Так, можно здесь. Ну, блядь, я не знаю. В доме, по идее, костер не канает. Костер мы можем поставить где-то вот здесь. Да, вот так вот раз. Ну, тем более так быстро делается, да? О. А, так, топливо. Пум. А что, не канает топливо такое? Ага, блядь. Ну ладно. Так, спички надо взять. Сейчас впервые за все время игры, по-моему, разожгу, бля, костер. Ну, вроде, короче, нормально пока. Хрен его знает. Вроде пока все работает. Так. Я спички положу. Опа. Не понял. А, в смысле, даже не каждый раз может разжечь? Подожди. Давай попробуем вот так. Ты серьезно? Мы пойдем пожрем, ну что-то это вообще какой-то порожняк. Ай, блядь. Нахуй я ее убрал. Кстати, эти лампы мы тоже можем, да, по-моему, перетаскивать. Да, откуда-нибудь. Где-то я ее причем откуда-то снял. Так, пойдет. Так, пожрем. Так, сухпай нет. Вот это барахла съедим. Воды попьем, и будет нормально, нам счастье, как говорится. Ай, блядь. Да ебаный. Попасть не можешь, что ли? Ладно, ты добивай. Перс немножко устал, не страшно. Подождите, побрать? Нет. Фу. А, топлива нету, а, блядь. Ах ты, вот она. Вот она, чё, ёпты, Михалыч. Ты понимаешь, блядь, нам надо именно дрова, сука, сюда. Ну на. Давай еще сделаем. Как будто, блядь, не разжигается. Коры, может, надо сюда? Ага. Сейчас разожгется, да? Ну, ёб твою мать. Оказывается-то, да? И на сколько времени его хватит? На 2 часа, да? Теперь я сюда могу... Нет. Опять только... Только дрова. Угу. Теперь нам надо, получается, поставить... Сюда вот эту хуйнюшку для жиранинки, да? Что нам для этого надо? А, палка и веревка одна. Сейчас, в принципе, палки есть. Так, палки есть. А, так, подожди, веревку я, по-моему... А, подожди, веревку сделать надо же одну нам. Сука, коры нет. Ну, ёб твою мать. Самый порожняк вечно вот с корой. Коры мало. Вот меня немножко... А, подожди, нахуя? Мы же можем этот сделать. Не вот это барахло. А... Ну, бля, подожди, вон то забери все. Сука. Не берется. Ладно. Мы можем сделать же вот эту, вот это гриль. Вот, его вообще без проблем. Просто берешь и строишь. О! Другое дело, сейчас попробуем взять мясо и пожарить его. Я не знаю, там 2-3 куска, да?
По идее, все должно работать. Интеракт. Так, гриль. Отлично. 4 куска максималка, да, можно? Смотри, у меня теперь есть уголь, а из угля я смогу сделать спички. Все, в принципе, живем. Так, гвоздей достаточно, да? Ну что, наверное, вот этот свет тоже включать надо. Чтобы хоть как-то освещалось. Не, ну совсем другое дело, совсем другое дело. Надо будет еще, конечно, все приносить, что есть. Пойдем пока быстренько туда сбегаем, пока у нас там готовится все. Может, в этом доме что-то есть, что спиздить. В плане именно лампочек там туда-сюда. Так, тут, по-моему, вообще больше ни хрена нету, да? Табуретка и пиздец. Так, дом я этот... О, я этот дом могу разломать. Давай. Кстати, да, это тоже добавилось вот в последнем обновлении. Теперь мы можем вот это все барахло, все практически все постройки ломать. Курятники теперь тоже ломаются. Передвигать, не знаю, можно, нельзя, но тут ломать можно. Отсюда прям ресурсов сейчас, бля, много выпадет, по-моему. Мне даже складывать некуда. Ладно. Это все тады потом. Это все тады потом. Окей. Ну смотри, уже вон прям светло. Сейчас настанет глубокая ночь. Посмотрим, как это все, конечно, будет выглядеть. О, готовое мясо, да? Берем. Я подгоревший даже. Слышь, тебе вообще надо есть, нет, баба? Ходишь, что-то не пойми, чем страдаешь. Тебе мясо дал, на, жри, ёпта. Так, я пить хочу, да? Давай. Не, маловато, еще давай. Во, другое дело. Так, лампочки надо, лампочки, лампочки. Так, есть вот такая херобора. Давай вот ее посмотрим вообще, что она как работает. Нам нужен металлолом. Металлолом. Так, бревна давай пока скинем. Так. Так. В принципе, с едой пока проблем я вообще не замечаю, пока вроде все норм. Так, вот здесь, да? Угу. Так, ну давай. Прожектор должен будет, блядь, светить конкретно, я считаю. Ну, где-то давай прям вот так, наверное, поставим. Вот в ту сторону пускай светит. Хотя даже не в ту, наверное. А, ну да? Вот отсюда даже лучше, наверное, пускай светит он. Яна там бегает. Но... Ну, как сказать? Давай отгоним машину. По-моему, от вот этой херни света больше. Подожди, так, это, ага, это перед, это подожди, сколько, на 4 дня, угу, тут, видишь, нагрузка, типа, максимально 3000, и так я отсюда могу еще, что надо включать, выключать, да, хорош, хорош, отлично, вот эта хуйня мне чуть не особо нравится, честно, слабо светит, я думал, она прям будет светить. Так, это все. Что у нас? Давай поспим, наверное. Или время ночи, хотя какая разница? Так. Фонарь у него, конечно, вообще чертовски хороший.
Давай забор обычный. По так 12. А, ну да, это поменьше надо. Если бы они еще вставали прям вот один к одному, было бы вообще прям здоровско. Так, к примеру, да. Так, сюда получается еще один такой же надо. А, подожди, это же, блядь, не тот. Мне же с проемом нужен-то, ёпта. Ладно, этот будет без проема, этот будет с проемом уже опять. Ну, бабища, уйди нахер отсюда. Так, ну, наверное, вроде как-то так. Хорошо. Пойти надо доски взять. Не, таз. Надо вот этот цвет все-таки делать. Они, по-моему, поинтереснее будут. Так, его, наверное... А, слушай. Я же могу наверху его поставить, и он сверху будет больше освещать. Вот так... А, бля, подожди, где эта хуйня? Вот, к примеру, вот так вот. Я его могу поставить. Сейчас проверим, потом могу переставить, но не страшно. Так, ну что, это мы все поставили, поставили. Давай смотрим, как. Да если честно, по-моему, тоже никак, блядь. 10 часов, да, у нас? Ладно, пошли вы. Ты охуела, я, блядь, на втором этаже кровать поставил, блядь. Сначала на первый поставил, ей, блядь, не понравилось. Видишь, блядь, на второй поставил, тоже не хочет. Тупая она какая-то. Так. Что, по-моему, нам дохуя прям бревен надо будет. Лес, я так думаю, вырублю, блядь, весь скоро. Главное, чтобы я здесь не застрял. А, так, не хватает еще 3 бревен, да? Сейчас найдем. Воу-воу-воу-воу-воу! Во. Так, слушай, эти еще ночью, блядь, ходить могут, насколько я помню. Зомбарьки, блядь. Днем-то они вроде гуляют только в тумане, а ночью им, по-моему, похуй вообще. Не, надо это опустить. Потому что сверху вообще толку нет. Она что, она здесь только освещает. Муф. Да где-то вот здесь прям поставь себе, все, не страшно. Слабенький свет прям. Ужасно слабенький свет. Фонарь у него конченый, блять, ну что за дела? Так. У тех, бля, прям что-то так светло. Наверное, бочки может эти с огнем поставить. Они же постоянно горят и, по-моему, ничего не тратят. Надо будет их ебануть немножко попозже. Не знаю, наверное, не в этой серии, но мы их ебанем. Потому что они мне... Ну, они бы это, бля, приходить перестали. Вот я их вольнул тут сколько, 3 или 4, и они перестали приходить. Я не знаю, возможно, они тупо там больше не респавнятся. Хотя, вряд ли. Ага, надо один с той стороны, да, подходить. О! Так, время чё? 12:30, да? Зайдем, глянем.
Ну, совсем другое дело уже. Уже куда поинтереснее. Так, опять же, нам нужны теперь... Эта хуйня постоянно работает, ладно. Опять свет слабый, прям слабый. По-моему, вот это лучше все-таки занести во двор, блять, во двор, в дом и поставить вставить куда-нибудь вот сюда. Во, зато в доме теперь светло. Так, ты, шкура, чё спишь, да? Она спит, ладно. Не могу я, короче, как-то их переназначить на, блядь, кровати. Вот у меня одна здесь. Сингл. Одна наверху. И здесь я что-то ковырялся, тоже ни в чем не разобрался. Ну вот есть она, все. Нет у нее, говорит, комнаты. Check my person. Не знаю я как-то, что, блядь. Может, кусок дома, блядь, сейчас пристроить попробовать. Может, что из этого выйдет. Так, нам надо... Ладно. Нам нужны бревна. Сколько тут? 12. Ну, давай. 2 часа. О, ебать, надо спать лечь. Сейчас он бревна доделает и просто ляжет спать, нахуй. Давай, блядь, доделай быстрее, пока не сдохну. Бля, надо поспать, наверное, теперь, а че? Ну, я не знаю, ну сколько, ну 6 часов, бля, выше крыши ему должно быть, правда, сейчас, вот, сука, давай проснется из-за того, что, или просто здоровье будет уходить, нет, проснулся, из-за дегидрации, давай, пей воды, нахуй, о, мясо пожарить надо, так, сколько там, 4, да, по-моему, глазит, так. Так. 4. Вкусно. Так. Давай. Блять, испугался. Бабища, вставай, ебаный в рот. Сука, там он этот. Ладно, веревка лежит. А, так нормально же, ебаный компот. 8. Ну похуй че. 3 часа, вот и другое дело. Так, все, это хуепутало жарится. Опять надо мало дров у нас. Ну все, у нас теперь реально вырубка леса поперла. Деревьев, в принципе, много, деревьев вроде рубятся всем, насколько я понял. Еще бы я на месте разработчика, знаешь, что добавил бы сюда? Чтобы вот этот автоматический подбор был, вот этой мелочевки, вообще было бы круто. Хотя нет, ну, блядь, уже было бы не настолько правдоподобно, да? Здесь, то есть, дерево упало, вот барахло с него что нападало, там взял, собрал. Так, давай пойдем начнем строительство. Чтобы ресурсы сюда уходили сразу, какие надо. А гвозди-то точно все есть. Ебаный урод. Пиздюки ходят. Бля, так я ж могу... Ебаный урод. Вот так вот надо, да, делать? Пуньк. А чё, отсюда не могу отключить? Вот, сука. Ладно, так, да. Тады так. Все подключаем. Ах ты, пидорас. Напугал меня, блядь. А, им же еще эту хуйню поменяли. Они теперь на более дальнем расстоянии могут. Эй, вейкап, ты охуела, что ли? Меня там чуть не ебанули. Козлина тупая, ебан. Ну, интеракт. Ты нихуя не ешь. Ты че, ебанулась, что ли? Я, короче, вообще не понимаю, как она действует. Патроны 15. Вот запомнить надо, что 15 патронов у нее.
блядь, еб твою мать, сейчас меня... Ты чё, шмар, вообще охуела, что ли? Ой, блядь. Ну, что ж ты, блядь, ну, топор, сука, достань, уебок. Бля, да вот ты посмотри, а сколько ей надо было подождать, чтобы мне пизды прям дали, да? Ебануться нахуй. Ну да, она, они, короче, бьют теперь, ну, не то что бьют, а находят тебя на более большом расстоянии. Так, гвозди есть, доски нужны, да? Доски, доски, досок у меня пока нет. Так, сколько у тебя патронов, давай проверим. Yes. Нахуй патроны не нужны, она так стреляет. Заебись. Да-да, слушай, давай я тебе лучше эмочку дам. Я тебе, подруга моя, дней моих суровых, я тебе лучше эмочку дам. На тебе, блядь, эмочку. Вот другое дело, нахуй. Будешь с эмочки шмалять. Да? Будешь с эмочки шмалять? Разговаривать ты со мной совсем. У нее, смотри как. Здоровица-то хуеватая. Ну ладно, сейчас восстановится, ничего страшного. А я, блядь, захотел выйти мясо забрать. Бля. Вон они, блядь, черти ебучие. Смотри, их больше стало. Но они, короче, в дом не видят меня. И вот здесь вот один был, я его шмальнул. Он, ну, убил его. И тогда вот они набежали. А так они вот проходят, уходят. Нормально, не трогают меня в доме. По-моему, у них где-то до 30 метров что-то там изменено. Опять же, в предыдущих обновлениях это все было сделано. Так, бля, подожди, я же, по-моему, вот из этого барахла могу что-то сделать. Вот из этого же тоже могу что-то сделать. Доски, по-моему, как раз таки. Так, сейчас проверим, пока они там ходят. Да, вот, отсюда тоже могу, только здесь немножко по-другому, да, будет? Сколько? 19 часов. Ой, блядь, 19 досок. Давай, делай. 7 часов как раз сейчас там. Туман этот пройдет, ночь настанет, день настанет. Чё? Все, бабища ушла. Смотри, видишь, она тоже не тупит. Она в туман не... этот. Говорит, я, блядь, никуда не пойду. Иди нахуй, блядь. Так. Короче, что я думаю. В принципе, мне пока холодильник не нужен. Геник надо занести, наверное, в дом. Хотя... разницы нет, это все с улицы включается. Да, будет сейчас поздний вечер. Прям поздний, сука, вечер. Ну, досок. Все, досок достаточно. Сейчас надо будет. Так, что у нас? Вот так, ну эта хуйня, ладно, пускай работает. Так, F. На быстро же на F надо нажимать. Сейчас закроем. Блин, я не знаю, я бы на его месте вообще какие-нибудь вставни бы сделал. Не то, что вот так вот он что-то, блядь, призакрыл и все. Хуйня же какая-то получается. Так, что тут у нас? Нормальное мясо? Не сгорело? Нет, смотри. Так, похавать надо, да. Подожди. Похавать. Заберем, похаваем. Да, у нас такая сегодня серия прям этот... чисто строительство, грубо говоря. Так, вот теперь, говорит, еще и попей, братан, говорит, пожрать, пожрал, попить надо. Давай. Короче, будем, нахуй, включать геник чисто на ночь. Давай, это у нас все. Включается. Включается. И вот это тоже все. Включается. Не особо светло, конечно. Не знаю я, блядь, не нравится мне, как оно освещает. Надо вот разработчику эту хуйню все-таки доработать. Должно быть, блядь, светло. Ну, серьезно, тем более от тех прожекторов. Кстати, блядь, тот прожектор надо, наверное, поставить на крышу. Он же, блин... Точно. Уйди, баба. Его надо сделать вот так... Так, я с той стороны могу зайти, да? Сейчас я нахуй сделаю как надо.
Ну, бля, вот он не запрыгивает здесь почему-то. Не заходит, вернее, он здесь вот. Упирается, но сюда прыгать надо. Так, на М. Так, на М я говорю, бля. О! Сейчас. И вот мы его куда-нибудь здесь, блядь, и примострячим, наверное. Подожди. Или аж вот сюда мы его примострячим. Даже вот так, наверное, да? Вот так будет освещать. Так, ну так вроде оно выглядит немножко получше. Да! Слушай, вот так, да, так намного лучше, я тебе даже так скажу. Так, бревна есть, там доски есть, там, туда-сюда. Давай это доделываем. Да, блядь. Бревна еще надо, да? Так, а вот и не бревна. А почему я их сразу не забрал? Мне тут, наверное, кто-то побежал пизды дал. Хотя вроде нет. Забыл я. Так. Снишка еще проснулся. Надо заканчивать как раз. А, ну и по времени нормально. Так, ну смотри, мы уже, в принципе, выживаем 13 дней. Я считаю, довольно-таки неплохо. Еще 5 бревен. Сука. Бревен надо кучу. Вот серьезно. Просто, сука, кучу бревен надо. Так, 5, но это мне 2 дерева надо по любасу срубать. Вот теперь я понимаю, что топоры нам действительно нужны. Они и ломаются. То есть у меня уже порядка, наверное, 4 или 5 даже топоров было сломано. Поэтому нормально. Все нам нужно. Все нам пригодится. Не помню. А, ну этими маленькими палочками, в принципе, мы можем топить. Так, 4, еще одно бревно надо. Видишь, оказывается, здесь нужен обязательно труд для розжига. То есть та же самая вот эта кора, она и служит в качестве труда. Что у нас по времени? 9 часов. Я не знаю, как мне эту бабенку замутить, чтобы она, короче, спала не на полу, блядь, в прихожке, а на кровати. Потому что кровать есть. Вот, как раз одно время получится. Кровать есть. А я поставил на втором этаже. Ставил на первом этаже. Она тоже в ней нахуй не спит. Странная какая-то баба. О! Чуть даже повернул уже ее, да? Давай глянем. Но, что могу сказать, в принципе, довольно-таки неплохо. То есть здесь уже... А здесь закрыто все. Ну, нормас, нормас. Сейчас, получается, потихоньку туда и завернем за дом. Спереди тут потом тоже и сделаем, надо будет поставить ворота. То есть здесь, смотрим, пожалуйста, можем пройти, да? Так, подожди. Электрик. Это докуда дотягивается? Хорошо. Бля. Да. Турбо есть, да? Какой-то режим. Не знаю, как он будет. Ага. Отсюда, да, ничего абсолютно не выключается. Придется все равно вырубать все. Ну, целиком полностью денег выключать и все. В принципе, что, наверное, на этом, ребят, можно... Да-да, сейчас дам. Можно и закончить. Баба у нас опять ебанутая ложится здесь. А, подожди. Это тоже типа сингл будет? Вообще сингл это типа, ну, одиночный же. Да, ну, вот, а как мне ее, типа... переназначить, чтобы она... была ее. Бля. Ну.
А как здесь что дальше делать, я что-то не вдупляю. Ладно, ребят, на этом, короче, будем заканчивать. В принципе, ну, не, в принципе, смотри, свет есть, как бы пойдет. Это все-таки надо будет отсюда, наверное, переставить вот как раз-таки туда. Раз-таки куда-нибудь сюда, чтобы она сверху здесь стояла, вот так вот. Не-не-не-не-не-не-не, выше-выше, она мне вот здесь нужна. Вот так вот нормально. О, в принципе, светло, та херь сверху вон светит. Их надо будет на крышах прям понаставить несколько штук. Не все в разные стороны, чтобы светили. А холодос пока, я думаю, можно будет даже и не пользоваться. Посмотрим, что да как у нас здесь. Разберемся, короче. По еде, по воде все нормально. Перс только устал. Но все это довольно-таки хорошо дает. В принципе, нормально. Короче, чё? Давай позырим вообще здесь, что у нас есть еще. Так, по лампочкам. Вот здесь мы эти лампочки можем делать, в принципе, да. Вокруг дома их повесить, чтобы они там место не занимали. Плюс еще эти лампочки надо будет поискать по домам. То есть поездить по городам. Апгрейд. Ну все, апгрейда пока нет у нас больше никакого. Броники никакие не можем делать. И по одежде есть, ага, барахлишка. Тут стрелы. Ну да, в принципе. Остальное мы, в принципе, все можем делать. И эти хуйни. О! Дрит Animal. Подожди. У меня есть. Ага, вот так. Я, допустим, ее бахаю сюда. А, она типа высушенная нужна. Пусть она высохнет, да? Давай. Так, бах. Смотрим, насколько будет, сколько, 30 минут. Ну не знаю, ну пускай так будет. Но она, по идее, должна высохнуть, короче, сухая стать, и потом мы из нее что-то сможем делать. Ладно, ребят, на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ну а на этом все. Всем, как говорится, спасибо, всем пока.